По статистике, в мире среди всех людей левши составляют примерно 15%. Это каждый седьмой. Человек левша обычно использует левую руку намного чаще, чем правую. Левша в любом деле будет пользоваться левой рукой для личных нужд, приготовления еды, рисования и прочего. Я правша. Интересно, получится ли у меня, например, нарисовать цветок не правой рукой, а левой? Все-таки, когда ты правша, сложно начинать любое дело левой рукой. Вокруг левшей уже сформировалась уйма мифов. Леворукость – это отклонение от нормы, левши неуклюжие и неловкие, левши могут блистать только в искусстве, левшу можно превратить в правшу. Верны ли они? Правша. А как вы думаете, мифы о левшах, они правдивы? В том, что левши более креативны? Ну, я верю, да. А как-то это доказывалось? Ну, нет, не могу сказать на практике, но верю. А сложно ли переучить думать из левши? Это вообще нельзя. Я как педагог говорю, из левши правшу делать нельзя. А почему? Ну, это нельзя. Сейчас доказано это с точки зрения педагогики. Я правша. А как вы думаете, миф о том, что левши более креативные, он работает? Нет. А есть знакомый левша? Нету. А вы когда-нибудь пробовали взять ручку в левую руку? Неудобно. Неудобно? А другие дела, домашние, мыть посуду левой рукой? Нет, но она, конечно, помогает в других делах. Так нет. Правша. А как вы думаете, много людей, которые пишут левой рукой в нашем городе? А про миф о том, что левши более креативные и творческие люди, это правда? Да. А почему? Не знаю. А у вас есть знакомый левша? Да. Ест левой, колотит правой, ест левой. Универсал. Универсал. А вы левша или правша? Правша. А есть ли у вас знакомые левши? Нет. А как вы думаете, говорят, вот левша, он более неуклюж и неловок. Как вы считаете? Ну, не знаю, ребенок так вот есть, так он наоборот все нормально. Все способный, нормально все рисует, пишет. Я правша. А есть ли у вас знакомые левши? Да, есть вообще-то. А как насчет мифа о том, что левши более креативные? Да кто его знает? Умные те и другие, я так считаю. А можно ли левшу переучивать на правшу? Нежелательно. Вот это я знаю точно, я работала с детьми. Ой, не знаю, я правша. Правша. А как вы думаете, миф о том, что левши более креативные и умелые, он работает? Наверное. Не знаю, я всю жизнь... А если вам вот дать ручку, взять ручку? Ой, ничего я не сделаю. Не сделаете даже цветочек? У-у. Не получится? Не умею я. А пробовали? Пробовала. Но не получается. Вы левша или правша? Правша. А как вы думаете, левши, они креативные? Креативнее, чем правши? Ну, считаю, что левши лучше, но я нет. Стереотипов и мифов вокруг левшей много, но стоит ли доверять им, решать только вам. Татьяна Меркурьева, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».